46 лет работал на строительстве города. Каждый построенный объект, каждый сданный объект, она приносила мне радость. У меня в каждой комнате, не только в квартире, комнаты, есть мои следы. Я считаю, там мои, потому что я ходил по объектам, не из кабинета руководил, я был среди людей, среди коллектива, среди бригад, вот. И каждый старался, понимаете, посмотреть, что, как дела идут каждый день. Сейчас сегодня город прекрасный, выглядит, знаете, так, да? Это мой город. Вот, мой город. Потому что вся моя жизнь, вся моя душа, все мои желания делались именно в этом городе. Этот город мне очень дорогой. Теперь он тем более очень красивый. И люди очень трудолюбивые. Вот. Образованные, культурный город. Мне очень близко город. Очень близко.